Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на очередном выпуске нашего марафона «ЕГЭ – это просто». В течение этой недели мы разберем все предметы, которые выпускникам предстоит сдавать на ЕГЭ уже буквально через месяц. Каждый день мы встречаемся в этой студии с нашими экспертами, разработчиками контрольных измерительных материалов ЕГЭ, учителями московских школ и выпускниками, которые будут уже скоро сдавать ЕГЭ. Мы обсуждаем с ними, как они готовятся к экзаменам, какие-то сложности, возможно, у них возникают вопросы. Мы отвечаем на них в прямом эфире. Также мы в прямом эфире можем ответить и на ваши вопросы. Если вы смотрите наш выпуск прямо сейчас в социальной сети ВКонтакте, то вы можете писать в комментариях те вопросы, которые вас волнуют, ну, конечно, если они касаются экзамена ЕГЭ по химии, ведь именно его мы будем обсуждать сегодня. Все видеозаписи наших эфиров сохраняются в наших социальных сетях, как ВКонтакте, так и на Рутюб, где мы выходим в прямом эфире. Все остальные социальные сети, где представлен Рособоронадзор, будут наполнены уже записями наших эфиров, но вы тоже можете их посмотреть, либо порекомендовать это сделать своим друзьям, знакомым, ученикам. Все ссылочки на социальные сети Рособоронадзора находятся на главной странице нашего официального сайта. Обращайтесь, переходите, лайкайте, смотрите и получайте правильную информацию из официальных источников. Ну что ж, меня зовут Александр Стрига, а я готов представить наших экспертов и гостей, которые пришли сегодня к нам в студию обсудить экзамен по химии. Итак, рады приветствовать руководителя комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по химии, кандидата педагогических наук Дмитрия Юрьевича Добротина. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Только нужно говорить в микрофон обязательно, иначе вас... Добрый день, уважаемые школьники, уважаемые учителя, уважаемые слушатели. Думаю, что сегодня состоится хороший, приятный разговор, доброжелательный. Он обязательно будет доброжелательным, но еще и полезным, кроме всего прочего. Приветствуем учителя химии Анастасию Юрьевну Симонову. Здравствуйте, Анастасия Юрьевна. Добрый день. Тоже рада всех приветствовать. Надеюсь, сегодняшняя встреча действительно будет очень полезной. Мы тоже на это рассчитываем. И наши выпускницы, которые вот-вот уже будут сдавать экзамен, в том числе и по химии, Полехина Елена. Здравствуйте, Здравствуйте. И Ялина Валерия. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Мы с вами немножко попозже поговорим, а пока мы зададим первый вопрос нашим экспертам. Вот у нас чуть-чуть больше месяца до экзамена по химии. Уважаемые эксперты, как вы порекомендуете распределить время нашим ученикам, выпускникам, которые будут сдавать экзамен, чтобы вспомнить, натаскать себя на какие-то правильные ответы? Как правильно распределить время? Расскажите, пожалуйста. Дорогие выпускники, действительно осталось практически ровно месяц остался, и это значит, что надо очень четко распределить время на повторение, обобщение того материала, который, я уверен, вы уже изучили за весь период прохождения школьной программы. И здесь, наверное, надо, если вы еще это не проделали, попробовать решить экзаменационный вариант целиком и выявить некоторые слабые места в своей подготовке, которые проявятся, когда вы сверите свои ответы с ответами, которые заложены в качестве правильных. И вот, наверное, уже за оставшийся месяц у вас есть время, ну, немножечко отработать именно те элементы содержания, умения, которые пока сформированы не на том уровне, чтобы отвечать на все вопросы правильно. С точки зрения ознакомления с моделями заданий, я уверен, что в этом плане вы уже с ними знакомы, потому что давно размещен демонстрационный вариант, давно вы уже отрабатываете решение различных заданий, которые могут попасться на экзамене, а следовательно, скорее всего, надо, может быть, если выявятся какие-то слабые места, то именно повторить этот материал, не столько уделить внимание заданиям, сколько обратить внимание на содержательную часть, на которой основывается выполнение заданий вот этих, которые пока у вас получаются в недостаточной степени хорошо. И поэтому, вот, наверное, то, что осталось, надо уделить внимание, то время, которое осталось, надо уделить внимание именно вот этим аспектам вашей подготовки. Анастасия Юрьевна, вы как практик, вы можете, например, это же не первые выпускники ваши,
Каждый год у вас новые выпускники, которые сдают химию. Есть какая-то, может быть, у вас статистика, понимание, какие темы у них западают чаще всего и на что вы обращаете внимание в подготовке больше? Ну, в 11 классе западают темы, как ни странно, именно по органической химии. То есть вот эти вопросы очень сильно западают. Не знаю почему, но вот так вот. И приходится большое количество времени уделять именно этим вопросам. Но опять же, в дополнение к тому, что сказал Дмитрий Юрьевич, я хочу добавить, что при отработке вот тех слабых моментов нужно обращать внимание на свою внимательность. То есть когда читаете задание, прям вычленять ключевые моменты. Потому что очень часто ошибки допускаются по одной простой причине, что просто невнимательны. Невнимательные, вот девочки не дадут соврать, что у нас так и есть. Вот прочитала одно, а сделала другое. Вот так вот. Вот прям советую, большой совет. И еще момент, что нужно отдыхать в своей работе, обязательно уделять внимание отдыху. Это тоже немаловажно, чтобы за оставшийся месяц не перегореть. Мы это повторяем на каждом эфире. Внимательность, внимательность. Основная ошибка при сдаче ЕГЭ, как ни странно, невнимательность, а не незнание материала. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательнее и, конечно же, нужно иногда отдыхать. Девушки, расскажите, пожалуйста, вы, как вы готовитесь именно сейчас, в последний месяц, что вы будете делать, чтобы хорошо сдать экзамен? Я знаю, что вы прекрасные ученицы, что у вас ваш учитель уверен, что вы получите высокие баллы за ЕГЭ. Мы тоже на это надеемся, будем держать за вас кулачки. Расскажите о своей подготовке. Ну, мы готовимся в школе, нарешиваем огромное количество заданий, и также еще дома также отрабатываем много заданий. И внимание уделяем, конечно же, теории и повторяем ее время от времени. Как вы распределяете время? Сколько часов в день вы посвящаете подготовке к ЕГЭ по химии? У вас же не один экзамен будет, еще же другие будете сдавать. Я уделяю время не только химии, но и другим предметам. Однако, так как химия — ближайший экзамен, я считаю, что стоит больше времени уделить именно ей. И я уделяю все свое время подготовке к ЕГЭ по химии. Что кроме химии вы будете сдавать? Биологию, русский. Биологию, русский. И математику, естественно. Скажите, пожалуйста, химия довольно сложный предмет, ну, как мне кажется, гуманитарию. Может быть, вы со мной не согласитесь. Почему вы выбрали именно этот предмет для сдачи? Куда вы планируете двинуться дальше? Ну, химия меня заинтересовала еще с 9 класса. А потом выяснилось, что она нужна для поступления на факультет биотехнологии. Я планирую поступать в МГУ, и там нужна для сдачи химии. Биотехнологии. И чем же занимаются биотехнологи? Ну, там большое количество направлений, но самое главное, что они используют живые организмы для, ну, для промышленного производства. Это и генная инженерия, и клеточная, и пищевые технологии, ну и... Елена, вы будете создавать будущее, не иначе. Валерия, куда планируете поступать вы? Я планирую поступать на лечебный факультет Сеченовского университета. И моя мечта — стать нейрохирургом, чтобы спасать жизни, потому что с нейрохирургией связано очень много заболеваний. Замечательная мечта, и я уверен, что вы станете прекрасным специалистом. Девушки с такими светлыми лицами, естественно, должны добиться успеха. Дмитрий Юрьевич, у меня к вам вопрос немножко коварный. Химия – сложный предмет, как я уже говорил, и при этом он должны быть опыты какие-то, практические занятия проводиться, да, для того, чтобы постичь этот предмет. Если не у всех ребят есть такая возможность, как им проще подготовиться к химии сдавать, если у них не было возможности часто проводить какие-то опыты? Если мы говорим про оставшееся время, то я бы обратил внимание на наличие определенной базы опытов, которые есть в системе интернет. Конечно, бы отобрал бы более надежные источники, может быть, на базе вузов, например, да? Может быть, на базе репетиторов, которые практикуют такое дело. Поэтому, на мой взгляд, что вот это просмотр видеоопытов, но не просто на уровне ощущения, что как интересно, а вот с фиксацией тех изменений, которые происходят с веществами, и того, что вступает и в каком агрегатном состоянии, и с какими внешними признаками, и того, какие продукты образуются, и, может быть, какие изменения происходят непосредственно в ходе химической реакции.
То есть на данном этапе, наверное, остается только такой вариант. Я допускаю мысль, что если ученик придет с определенными вопросами по возможности и вероятности протекания химических реакций к своему наставнику, учителю, я думаю, что и учитель в рамках дополнительных заданий некоторые моменты сможет проиллюстрировать химическими экспериментами, тем более понимая, что речь идет именно о подготовке к ЕГЭ. У нас есть вопросы, очень тесно связанные с опорой на опыт, на практику проведения химического эксперимента. Поэтому, на мой взгляд, вот два пути: либо самостоятельно в рамках использования видеоопытов, видеоматериалов, либо с обращением, может быть, каких-то более точных вопросов, по точным вопросам, да, к своему учителю, я думаю, что действительно не откажет. Девушки, подскажите, пожалуйста, какие самые интересные химические опыты вы делали в своей жизни? Что на вас произвело бы наибольшее впечатление? Ну, мы проводили опыты серебряного зеркала, например. Ну, самое интересное, наверное, это именно с органической химией, то есть синее окрашивание, фиолетовое, они наиболее яркие. Еще мне запомнилось выделение бурого газа, бурого цвета. Валерия, а у вас какие яркие впечатления? Самое яркое впечатление — это очень красивое выпадение купромож дважды в осадок. Когда мы проводили этот опыт, там у всех получились очень красивые результаты. Вы за красоту, я понял. Ну что ж, коллеги, давайте готовиться. Скоро мы будем отвечать на вопросы, которые прямо сейчас пользователи пишут нам в социальной сети ВКонтакте, где смотрят нас в прямом эфире. Но пока у нас небольшая пауза. Мы посмотрим один видеосюжет, который мы готовили для этого эфира. Дело в том, что в социальных сетях перед самым экзаменом нам частенько пользователи задают вопросы. И вопросы эти повторяются, ведь каждый год ЕГЭ сдают разные люди. В этом году мы поступили следующим образом. Мы попросили сотрудников Рособорнадзора, которые сами, собственными руками и мозгами разрабатывают правила сдачи ЕГЭ, ответить на эти вопросы и записали их ответы на видео. Давайте посмотрим, что нам рассказали о том, почему не стоит надеяться купить правильные ответы на вопросы из ЕГЭ, ну, например, в интернете. Дорогие выпускники, возможно, вы сталкивались с предложениями приобрести ответы ЕГЭ в социальных сетях или на каких-то сайтах в интернете. Вы скажете: зачем готовиться к экзамену, если можно заплатить определенную сумму, и вам пришлют ответы к вашему варианту экзаменационной работы накануне экзамена? Заманчиво? Нет, нет и нет. Все подобные предложения купить ответы или варианты контрольных измерительных материалов реального экзамена – это, безусловно, мошенничество. Объясняем почему. Ежегодно в период проведения экзаменационной кампании в Рособорнадзор поступают обращения о размещении до проведения ЕГЭ в интернете, на сайтах организации или в соцсетях как самих экзаменационных материалов, так и предложений о продаже ответов на задания. Все эти материалы проверяются, но никогда факты в этих обращениях не подтверждаются. Подобные предложения о продаже ответов к заданиям, а также самих заданий, создают мошенники, активизирующиеся в дни проведения экзаменов с целью извлечения прибыли и раскрутки своих ресурсов. Утечка экзаменационных заданий до дня экзамена невозможна ввиду использования сложной технологии с многоступенчатой защитой экзаменационных материалов. Технологии ЕГЭ от разработки КИМ до доставки в пункт проведения экзамена и момента получения ключа расшифровки, который дешифрует задание перед началом экзамена, исключает их утечку. Организаторы могут увидеть экзаменационные задания только тогда, когда распечатывают их за несколько минут до начала ЕГЭ в аудитории в присутствии участников экзамена, а распределяют варианты по регионам и экзаменационным пунктам случайным образом компьютер. Поэтому никто до начала экзамена не может знать, какой вариант попадется именно вам. Что же тогда могут вам продать? Чаще всего ничего вообще. В
ходе общения у вас попросят оплату и еще дополнительную оплату. Так происходит выкачивание денег, и потом переписка просто прекращается. Либо перед экзаменом вам пришлют случайный набор ответов, не имеющий ничего общего с вашим экзаменационным вариантом. Варианты самих контрольных измерительных материалов, которые вам могут прислать, также не имеют ничего общего с тем вариантом, который будет у вас на экзамене. Они могут быть составлены из материалов, размещенных в открытом доступе, например, заданий открытого банка, сайта ФИПИ или различных ресурсов для подготовки к ЕГЭ. Поэтому не тратьте зря свои деньги и время на поиск ответов, а просто готовьтесь к экзаменам. Успеха вам на ЕГЭ! Я даже не буду спрашивать у наших сегодняшних гостей, пытались ли они купить когда-нибудь ответы на вопросы ЕГЭ в интернете. Девушки с такими высокими показателями вряд ли когда-нибудь пытались это сделать. Но а тем, кто подумывает об этом, пересмотрите сюжет, который мы только что вам показали. Коллеги, ну, у нас пришло время отвечать на вопросы, они поступают. Я взял в руки смартфон, сейчас буду читать что задают нам зрители. Итак, первый вопрос. Николай Каримов, какие темы... А мы уже ответили на этот вопрос, между прочим. Не будем спрашивать второй раз одно и то же. Елизавета Рожковская, обязательно ли писать катализаторы и условия в задании 32? Кто хочет ответить? Нет, условия писать не обязательно, самим условиям задания это не требуется. Но если выпускник напишет неправильные условия или неправильный катализатор, при условии, что сама реакция написана верно, реакция не будет засчитана. Андрей Балакирев спрашивает, какие задания, на ваш взгляд, самые сложные, в чем состоит алгоритм их решения? Давайте вот девушек спросим, какие они считают задания самыми сложными. Ну, самое сложное задание — это, конечно, последняя задача на неорганическую химию. Ее алгоритм состоит в том, чтобы выделить для себя, возможно, типы этих задач и уметь решать, научиться в течение учебного года решать какие-то конкретные моменты, и на экзамене уже будет проще решить всю задачу, если знать, как работать с отдельными моментами. Лен, для вас тоже эта задача самая сложная? Да. Ну вот давайте тогда спросим Дмитрия Юрьевича. Какой алгоритм решения этой самой сложной задачи? В том-то и сложность этих задач, что алгоритмы вырабатываются с учетом того конкретного условия, которое представлено, ну, непосредственно в экзаменационном варианте. И девушки абсолютно правы, что, конечно, можно продумать и отработать, скажем так, или наработать, да, определенные алгоритмы. Но есть вероятность, что та задача, которая попадется в экзаменационном варианте, она будет получаться соединением разных алгоритмов. И в этом как раз гибкость мышления и, я бы даже сказал, определенный уровень химического мышления, что ты не просто подгоняешь шаблон под условия задания, это достаточно ошибочный путь. Это как раз выработка алгоритма решения, шагов в решении, да, которые, собственно говоря, и подводят тебя к правильному ответу. И на самом деле химические составляющие задач, как правило, не очень сложные. Расчеты по известным величинам тоже, в общем-то, достаточно стабильны, потому что и формулы одни и те же, скажем так. Наибольшую сложность представляет третий и четвертый шаг. То есть третий шаг – это некоторая логическая связь между исходными величинами и той величиной, которую надо найти. И вот, наверное, вот этот шаг, как правило, и вызывает сложности, потому что он и предполагает сочетание различных, сочетание знаний из различных, скажем так, алгоритмов решения. Поэтому вот с одной стороны, да, алгоритмы хорошо, с другой стороны, все-таки надо исходить именно из конкретного условия задания и размышлять, логически размышлять по тому, что мне известно, к чему я должен прийти. Иногда, кстати, вот совет, иногда можно оттолкнуться от того, а что же надо найти, и продумать, а что у меня для этого известно, и пойти с конца решения задачи. Мне кажется, это тоже один из вариантов вот, найти тот элемент, который тебе сразу показался неизвестным. Ну, то есть единого алгоритма нет, но алгоритм нужно придумать.
Анастасия Юрьевна, скажите, пожалуйста, как вы готовите своих выпускников к решению именно этих заданий? Ну, здесь единственный путь – это только прорешивать различные варианты таких заданий, таких задач, потому что там действительно все, весь алгоритм конкретной задачи, он кроется в химизме, и нужно его понять. Поймешь химизм, тогда дойдешь до цели, найдешь нужный результат, там, массовую долю или что-то там еще. Вот, тут эта задача, она сочетает в себе очень много заданий с первой части. Тут много надо, тут огромная база знаний нужна. Сама вот математика здесь, она не такая уж и сложная, а вот именно разобраться в химизме. Поэтому тут прорешивать их много-много-много, набивать руку, как я называю этот процесс. Можно еще дополнить, да? Конечно. Вот я бы еще сказал, что, наверное, надо сосредотачивать внимание не только на непосредственно тех задачах, которые, например, были в предыдущие годы или которые по модели ЕГЭ, как говорят. Я бы, конечно, расширил вот этот спектр решаемых задач. Может быть, заглянул бы, например, в задачи где-то и, ну, скажем так, регионального или муниципального уровня олимпиадного, да, чтобы понять, как вообще могут строиться различные вот, алгоритмы решения, ну, например, чуть шире, чем то, что попадалось раньше. Потому что, несмотря на то, что алгоритмы в целом могут повторяться, да, с учетом разного химизма, но некоторые повороты в условиях иногда вызывают намного больше сложностей, чем сам непосредственный выбор алгоритма решения. То есть вот какой-то нюанс, и ребенок от неожиданности теряется, и вот начинает думать, ой, я этого никогда раньше не делал. А проблема не в том, что ты раньше не делал, а проблема в том, что ты должен последовательно идти с учетом твоего опыта на прорешенных задач. Вот мне кажется, это всегда тебя выведет на правильную дорогу и приведет к правильному ответу. Вот это слово «химизм», которое вы повторяете, и перед началом эфира вы тоже несколько раз употребляли, что вы вкладываете, какой смысл в него вы вкладываете? Ну, это совокупность тех химических реакций, на основе которых строится решение задач. То есть задача две составляющие как раз проверяет. Это понимание химической сути происходящих процессов, ну и прогнозирование продуктов реакций. И второе – это умение осуществлять вычисления с учетом тех данных, которые приведены в условии задания. То есть некое химическое мышление. Да. Замечательно. Следующий вопрос. От Евгения Морозова. Можно ли сказать, что атомы химических элементов, кислорода и серы имеют одинаковую электронную конфигурацию внешнего энергетического уровня? Кто сможет ответить на этот вопрос? Девушки, сможете? Одинаковые. Анастасия Юрьевна, тогда вам слово. Нет, атом кислорода и атом серы имеют схожую конфигурацию. Понятия одинаковые и схожие – это разные понятия. Поэтому нет, здесь нельзя сказать, что они одинаковые. Хорошо, следующий вопрос от Марии Кулагиной. Скажите, пожалуйста, что делать с количеством нейтронов в атоме хлора при решении 34-й задачи на атомистику? Дмитрий Юрьевич, может быть, вы нам скажете? На мой взгляд, с ними ничего делать не надо, они просто есть в атоме хлора. И поэтому надо с учетом того, как прописаны условия задания, рассчитать, сколько нейтронов в конкретном изотопе, если вдруг речь идет о каком-то, ну, изотопе, на основе которого надо рассчитывать. То есть, исходя из условия задания, задачи, принять решение о том количестве нейтронов, которые есть в данном конкретном изотопе. Наверное, так. Угу, спасибо. Следующий вопрос от Ирины Просветовой. Могут ли в задании 21 встретиться формулы солей, образованных катионами одного химического элемента? Например, я вам не скажу, как это правильно читать, к сожалению. Я вам могу показать. Там у нас два в основном таких две ситуации. Да, хром это, да. Хром. У нас либо железо, либо хром действительно образует соли в различных степенях окисления. Могу с уверенностью сказать, что на данном этапе проведения ЕГЭ в 2024 году такие задания не встретятся. Отлично. И мне не придется больше эти символы изучать. Готовясь к этому марафону, мы попросили наших выпускников из разных регионов России прислать нам вопросы, записать их на видео и прислать нам те вопросы, которые они хотят, чтобы мы спросили у наших экспертов. Давайте посмотрим несколько из них и постараемся на них сегодня ответить. Итак, первый вопрос у нас откуда? Первый вопрос из Брянской области. Я выпускник Снежской гимназии Брянского района.
Хилло, Владислав, и у меня вопрос по химии. Будет ли засчитан как ошибка продукт реакции, который выбран участником ЕГЭ, если он не соответствует ключу у эксперта, при условии, что возможно несколько вариантов продуктов реакции? Спасибо. Кто сможет ответить? Если не противоречит данный продукт условию задания, но этот продукт не указан в ключе, он все равно будет засчитан как верный. Отлично. Да, я к этому могу добавить, что когда мы общаемся с экспертами, мы как раз обращаем внимание их на то, что оценивается не совпадение с предложенными ключами ответа экзаменуемого, да, а оценивается две составляющих. Это грамотность ответа с точки зрения химии. И второй момент – это соответствие условию задания. Поэтому если, как сказала Анастасия Юрьевна, не противоречит и с точки зрения химии это допустимо, то мы рекомендуем такие варианты ответов принимать. Отлично. Следующий вопрос пришел к нам из Карачаева-Черкесии. Давайте узнаем, что хотел спросить выпускник. Здравствуйте, я Чумаева Людмила, ученица 11 класса МБУ СОЖ Алла Саратюс. Мне бы хотелось спросить, обязательно ли указывать признаки и условия протекания реакции в номерах 31-32 второй части ЕГЭ по химии, или же реакции будут засчитаны и без них? Да, уже отвечали на этот вопрос. Условия указывать не обязательно, но если указаны условия и они неправильные, то данная реакция засчитана не будет. Спасибо. И последний видеовопрос пришел к нам из Иркутска. Давайте послушаем его. Здравствуйте. Меня зовут Даниленко Богдан Леонидович. Я ученик 15-й школы города Иркутска, Иркутской области. Я сдаю ЕГЭ по химии. Я хочу задать такой вопрос. Стоит ли ожидать новые типы 32-х и 34-х задач ЕГЭ по химии, а также на какие темы стоит сделать акцент при подготовке к решению этих задач? Кто сможет ответить? Давайте начну я. Давайте. На мой взгляд, начну со сложных тем. В целом, как мы уже говорили, сама химическая составляющая решения задач, она несложная. Это если мы говорим про задание 34. И здесь, ну, может быть, чуть внимательнее отнестись к реакциям, скажем так, разложения различных соединений и возможные дальнейшие превращения с продуктами тех, которые образуются в результате реакции соединений, или различные направления протекания этих реакций. Это если мы говорим про задание 34. Новых моделей, как уже вот тоже Даниил спросил, в принципе не планируется, но за 3-4 года в ЕГЭ появлялись модели, которые вызывали достаточно серьезные сложности. Вот все те модели, которые появились за последние 3-4 года, они в разных вариантах могут быть включены. И поэтому, если отрабатывать, то отрабатывать не какую-то конкретную модель, а отрабатывать, повторюсь, понимание алгоритмов построения, разных алгоритмов построения с учетом вот этой типологии заданий, но при этом быть и готовым к каким-то, скажем так, новым поворотам. Если мы говорим про задание 32, то это скорее цепочка превращений, поэтому вряд ли речь шла о ней. Но скажу, что новым является то, что в этой задаче могут появляться этапы, когда не последовательные превращения от одного вещества к другому, а когда, например, стрелочки направлены на одно вещество или, наоборот, стрелочки направлены от одного вещества в разные стороны. Наверное, вот этот поворот, который появился в прошлом году, вот он, ну, каждый же год сдают новые выпускники. Вот для них, для некоторых это может стать, ну, скажем так, некоторой неожиданностью, если раньше подобные цепочки не попадались. Я бы обратил внимание, может быть, на задание 33, про которое вот также часто задают вопрос. Это одна из сложных задач. И здесь бы я сказал про необходимость правильного понимания условий и необходимость осуществления всех действий, которые необходимы для подтверждения правильного ответа. На что сфокусирую внимание? На необходимости расчета, например, массы кислорода или наличия кислорода там, где он не прозвучал в условии задачи. То есть надо подтвердить, есть он в веществе или его нет. Если эти вычисления не будут проведены, это основание эксперта для невыставления балла. Ну, а с точки зрения каких-то новых поворотов, нет, там все стабильно. Это расчеты либо по массовым долям, либо по продуктам сгорания. Это нахождение структурной формулы, и здесь
предполагается определенное такое образное или абстрактное мышление экзаменуемых, и с другой стороны знание общих формул органических веществ. И третье – это составление уравнения реакции с учетом того, что прописано в условии задания. То есть в этом плане алгоритм не менялся и пока менять не планируем. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Как вы, наверное, уже поняли, с химизмом у меня не все просто. И сильно меня не ругайте, я попытаюсь правильно сказать все термины, которые упомянуты в этом вопросе. Маргарита Сулинина. Будет ли считаться ошибкой, если при записи продукта реакции в задании 31 комплексного соединения алюминия я запишу не тетрагидрооксоалюминат, а гексагидрооксоалюминат натрия? И в этой же связи, как в таком случае эксперт оценит правильность решения расчетной задачи 34? Числа же будут другими, не такими, как в эталонном ответе. Кто сможет ответить? Ну, могу и я тоже. С учетом того, что, как я уже сказал, эксперты не просто являются людьми, которые сверяют с правильным вариантом ответа, они анализируют саму химическую составляющую. Поскольку в таком продукте реакции противоречия нет, то эксперт с учетом того, что записан другой продукт реакции, будет учитывать также и то, о чем спросил выпускник, что цифры будут другие. Значит, он просто будет проверять правильность выполненных расчетов с учетом других записанных цифр экзаменуемых. То есть в данном случае эксперт исходит не с точки зрения сходства с эталоном ответа, а с точки зрения правильности решения просто перепроверить, например, ну, те цифровые значения, которые получил ребенок. Спасибо. Можно я добавлю? Да, я как эксперт попадала в такие ситуации, просто приходилось пересчитывать и все, и сопоставлять правильность ответа и все. То есть это будет правильное решение, если оно при условии не противоречит условию задания. Все понятно, спасибо большое. Еще один вопрос от Яны Драгуниной. Как известно, при взаимодействии металлов с азотной кислотой продукты реакции могут отличаться. Как однозначно определить эти продукты при выполнении заданий 29 и 31? Ну, обращать внимание на концентрацию. Тут основной показатель, какая кислота указана в условии задания. Либо она концентрированная, либо она разбавленная. Тут отсюда будут и продукты зависеть, либо по контексту, если это 31-е задание, то по контексту, что дальше. Что у нас дальше, какое вещество вступает в реакцию. Тут только так. Все абсолютно верно. Я бы еще добавил, что не буду скрывать, что эксперты достаточно гибко подходят к продуктам реакции взаимодействия с азотной кислотой, потому что ну, из курса химии, особенно те, кто практически проводит эти реакции, известно, что нередко образуется не один какой-то продукт, а смесь продуктов. И поэтому, конечно, эксперты понимают то, что раз не указана, например, конкретная концентрация, да, то, безусловно, они будут готовы принять и какие-то, ну, скажем так, альтернативные продукты, не те, которые прописаны ну, в некоторых схемах, которые приведены в учебниках. Наверное, единственный вариант, который вот, сильно ограничит экспертов, если указано, что образуется бурый газ, он у нас, по сути, один, это оксид азота 4. И вот если сказано, что в результате реакции образуется бурый газ, то, конечно, любые другие варианты, кроме оксида азота 4, будут восприняты как неверные. То есть контекст важен и в химии. Все ясно. Давайте немножко передохнем. Посмотрим еще один сюжет, который мы приготовили для нашего видеомарафона. Мы пошли со съемочной группой на международную выставку форум «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ, и вы можете ее посетить еще до июля месяца. И начали спрашивать у гостей этой выставки, что же они помнят из школьной программы. Давайте посмотрим остаточные знания наших людей, с которыми мы разговаривали, по химии. Здравствуйте, друзья! Как все знают, задания в контрольных измерительных материалах единого государственного экзамена основаны на школьной программе. Основной период ЕГЭ уже скоро. И мы решили для нашего марафона «ЕГЭ – это просто» провести небольшой опрос. Мы пришли на международную выставку «Форум России» и решили погонять ее посетителей по вопросам из школьной программы. Давайте узнаем, что же из этого вышло. Какой галоген добывают из морских, внимание, это подсказка, из морских водорослей? Раньше нам мазали зеленкой родители. Йод, абсолютно верно. Недаром я вам дал такую подсказку в начале. Коленки мажете, а тут галоген из водорослей. Чего много?
Йода. Абсолютно верно. Убираем галоген, потому что сложно. Водоросли морские, море, морепродукты. Сейчас. Чем пахнут? Три буквы. Йод. Молодец. Соли азотной кислоты. Знаю слово. Знаю слово. Нитраты. Молодец. Как называется соль азотной кислоты? Соль азотной? Да. HNO3. Ну, соль. Да, соль. Соль. Да, нитраты. Подожди. Нитрат или нитрит? Азотная, нитрат. Нитрат. Молодец, правильно. Какой галоген добывают из морских водорослей? Йод. Йод? Йод. Однозначно? Йод. Хорошо. Родной брат алмаза? Графит. Совершенно верно. Почему, как ты думаешь, а может быть знаешь, в ювелирных изделиях золото всегда сплавляется с медью или серебром? Потому что само золото очень хрупкое и... Мягкое. Мягкое, да. Молодец. А вместе с медью оно приобретает другие свойства. Какой галоген добывают из морских водорослей? Из морских водорослей? Да. Йод. Молодец. Как называются соли азотной кислоты? Так, нитраты. Молодец, правильно. Родной брат алмаза? Углерод. Еще графит. Вариант. Графит? Графит. Графит. Ну, или... Или углерод или... все-таки. Ну, это все аллотропия углерода, так что, наверное, графит. Какой галоген добывают из морских водорослей? Здесь хлор. 100%. Ну, тоже йод, у него запах. Йод, йод, правильно, да. Тоже такой достаточно яркий. Какой элемент назван в честь России? Рутений. Первый, кстати, кто ответил правильно. Да, рутений, совершенно верно. Как называются соли азотной кислоты? Соли азотной кислоты, нитриды. Или? Ой, нитраты. Нитраты все-таки, да. Хорошо. Вот такие умные школьники попадались нам на выставке «Россия». Дмитрий Юрьевич, что вы хотели сказать? Я хотел порадоваться за такие знания школьников. И мальчик один даже вспомнил про аллотропию углерода. И действительно, это такие приятные моменты. Было бы интересно у этих же школьников задать сходные вопросы лет так через 10. Причем, заметьте, мальчик был девятиклассник, даже не выпускник. Ну, тем более это свежий, да, для него актуальный материал, поэтому я и говорю, что вот вопрос, что у нас остается после того, как мы все забываем, да, говорят, что настоящее знание, вот это вот об этом. Поэтому, нет, здорово, что ребята помнят, и дай бог, чтобы действительно вот эта система школьного образования, она позволяла им отвечать на подобные вопросы спустя 10 лет. Причем мы опрашивали и взрослых во время этого посещения, но мы не стали их ответы брать в сюжет. Только молодежь смогла справиться с химией. Девушки, ну вы же знали все ответы на вопросы, которые мы задавали? Ну, только рутений подзабыла немножко. А вот теперь вы запомните этот элемент навсегда. Ну что, возвращаемся к вопросам, которые прямо сейчас пользователи пишут нам в социальной сети ВКонтакте, где смотрят нас в прямом эфире. У нас еще есть 20 минут для того, чтобы ответить на их вопросы. Наталья Гаранина спрашивает, снизит ли баллы за выполнение задач 33 и 34, если я не везде укажу единицы измерения физических величин при решении задач? Ну... Если больше 3 раз не указать физические величины искомых единиц, то да, на 1 балл можно снизить. Следующий вопрос от Елизаветы Рожковской. Можно ли в заданиях 2, можно ли в заданиях второй части писать дробные коэффициенты? Во второй части допускаются дробные коэффициенты, кратные коэффициенты в заданиях номер 29, в задании номер 30, кроме сокращенного ионного уравнения. В остальных заданиях допускаются любые дробные кратные коэффициенты. То есть в одном только месте нельзя писать никаких дробных кратных коэффициентов. Это задание номер 30, элемент краткое, сокращенное ионное уравнение. Спасибо. Руслан Крылов. Если выпускник при решении задачи 34 правильно запишет уравнение реакции, которое может протекать в условиях описанного эксперимента, но не упоминается в критериях для экспертов, будет ли зачтено это уравнение? Наверное, Дмитрий Юрьевич, это к вам вопрос.
Ну, как мы уже говорили, в принципе, написание условий протекания реакции не является обязательным, потому что либо в задании они уже указаны, и тогда ребенок просто на них ориентируется при составлении уравнения реакции. Это относится ко всем задачам второй части. Если же мы говорим про задачи первой части, то там, где надо, условия как раз очень четко направляют мысль учащегося на то, о каких продуктах реакции идет речь. Они действительно в зависимости от катализаторов, от условий проведения могут варьироваться. Поэтому хорошо, что выпускник спросил об этом, и это действительно, ну, существенный момент. И то, что это не проверяется, не оценивается, скажем так, заданиями второй части, не означает, что условиям проведения реакции не надо уделять внимания. Следующий вопрос от Александра Днепрова. С какой точностью следует округлять расчеты в расчетных задачах? Может ли слишком грубое округление повлиять на оценку в заданиях 33 и 34? Наверное, Дмитрий Юрьевич, как эксперт, начнет? Давайте, да, отвечу, что, как правило, эксперт примет любое округление, но, конечно, оно не должно быть очень грубое. То есть, как принимается в большинстве случаев, округление либо до десятых, либо до сотых. Ну, на мой взгляд, оптимально округлять где-то до второго знака после запятой, то есть до сотых. В ряде случаев, где, например, речь идет о массовой доле, может быть третий знак после запятой, чтобы, например, проценты получались с десятыми. Ну, если в этом есть необходимость. А так, в общем-то, ну, не должно быть снижения оценки, но и они, как правило, задачи не предполагают какого-то грубого округления, там, ну, вполне такие адекватные цифры получаются, как раз где-то на уровне второго-третьего знака после запятой. Спасибо. Василий Громов спрашивает, нужно ли при оформлении задачи 33 представлять структурную формулу вещества в качестве отдельного элемента ответа или достаточно, чтобы данная формула была записана в уравнении реакции? Достаточно, чтобы структурная формула была записана в уравнении реакции. Но если в уравнении реакции она будет записана неверно, то в данном случае теряется сразу 2 балла и за структурную формулу, и за уравнение. Поэтому моя рекомендация все-таки структурную формулу писать отдельно. Потому что бывает, правда, в уравнении допускают ошибку. И... Девушки, вы пишете структурную формулу в ответе на эту задачу? Да, я пишу отдельно молекулярную структурную формулу и уравнение реакции третьим пунктом. Дмитрий Юрьевич, что хотели добавить? Да, я хотел обратить внимание, что в ряде задач очень четко прописано структурную формулу, какого вещества надо записать, и чем оно является в уравнении реакции. То есть иногда надо записать структурную формулу продукта реакции, иногда структурную формулу исходного вещества. К сожалению, попадались вот ответы, решения учащихся, в которых структурная формула была записана не того вещества, которое требовалось по условию задач. То есть оно фигурирует в уравнении реакции, но в качестве элемента ответа структурная формула была записана не то вещество. Поэтому подтверждаю и одобряю очень слова Анастасии Юрьевны, что лучше прописать отдельным элементом, потому что вот есть разница между вторым и третьим элементом решения, и это надо учитывать. Следующий вопрос от Екатерины Довжетовой. Добрый день. Как эксперт оценит решение заданий второй части, если оно будет отличным от такового в критериях для экспертов? Ну, уже отвечали на подобные вопросы. Если решение не противоречит условию задания, но оно отличается от представленных решений в ключах, то оно будет засчитано как верное. Задача эксперта просто найти этот путь, найти мысль выпускника и понять, что это правильно. Знаете, у нас вот года, наверное, 3 уже назад был случай, когда экзаменуемый решил задачу с использованием дополнительного уравнения реакции. Тогда это стало таким предметом обсуждения, и как раз экзаменуемому, правда, пришлось пойти на апелляцию, но где апелляционная комиссия уже была готова к тому, что да, все верно решено, то есть, ну, просмотрели еще раз решение и пришли к выводу, что да, это допустимо. То есть, но в этом случае, конечно, затрудняется работа эксперта, потому что он должен осознать и осмыслить, насколько это уравнение реакции, дополненное, да, экзаменуемым, соответствует условию задания, и еще и пересчитать все то, что дальше было решено.
Но если экзаменуемые добавляют уравнение реакции, но при этом задача решена, например, без учета данного вещества или с какой-то ошибкой химической или арифметической, значит, он не получит баллы за данное решение, потому что оно будет сделано с ошибкой. Но если все правильно с учетом этого вещества, значит, он получит максимальный балл. Оказывается, не только эксперты усложняют жизнь выпускникам, создавая свои контрольные измерительные материалы, но и наоборот бывает. Ну, экзаменуемые не должны задумываться, они же не видят критерии, поэтому они просто решают так, как их научили. И я бы и посоветовал, кстати, решать задание, не задумываясь о том, какой ответ заложен в критериях, да, какое решение заложено. Потому что здесь очень важно ощущать себя комфортно с учетом действительно тех рекомендаций, которые, например, дал учитель. Вот, на мой взгляд, состояние знакомой ситуации, состояние понимания того, что я это уже делал, да, оно успокаивает это вот ощущение, ну, не скажу домашних условий, но, по крайней мере, ситуации, в которой ты уже находился. Новизна пугает. И мне кажется, что вот для экзаменуемых, если они писали пробные экзамены, да, или, например, ну, прорешали много заданий, вот это ощущение, что я с подобным уже сталкивался, должно наводить на мысль, что меня сложно поставить в затруднительную ситуацию. И второй момент. Я не угадываю, что я знаю, что не знаю. Я рассуждаю с учетом представленного решения. Вот этот путь от, скажем так, от формальной логики, что «ой, я такого не видел», до того, что «я все понятия знаю, меня этому учили, я подобное что-то делал», оно действительно наводит, только так наводит на правильную мысль и успокаивает, и позволяет прийти к правильному ответу. Вторую часть вопроса Елизаветы Рожковской мы уже ответили, о том, что могут отличаться. А вот первая часть, может ли в задании 29 быть несколько правильных ответов? Да, может быть. Да. Но опять же, надо читать внимательно условия. Там в задании номер 29 всегда нужно составить окислительно-восстановительную реакцию, которая протекает с какими-то признаками. Там, выделение газа, выпадение осадка, изменение цвета. Если выпускник представляет свой вариант, который не противоречит условию, да, он будет засчитан. Спасибо. Максим Зайцев спрашивает, нужно ли в задаче 33 записывать схему реакции горения органического вещества на воздухе, чтобы было видно, какие продукты получаются из заданного органического вещества, или это лучше делать на черновике, а на бланке ответов представлять только вычисления? Вы знаете, по решению заданий это не является обязательным оцениваемым элементом, потому что вот как раз тоже, наверное, еще одна рекомендация – все-таки заглянуть в критерии оценивания, которые есть в демонстрационном варианте, и посмотреть, что предполагается, какие требования, да, к записи решения. И можно убедиться, что, в общем-то, запись вот этих в обобщенном виде реакции горения, оно там не требуется. Требуются именно расчеты с учетом приведенных в условии задания данных. На мой взгляд, ну, если ребенка, опять же, так научили, и для него это обязательный элемент решения, да. И дано, слава богу, у нас еще некоторые учителя сохраняют требования к записи дано. Да, и, на мой взгляд, это тоже та школа, которая позволяет ребенку как раз выделить из условия задания те данные, которые необходимы. Причем я бы сосредотачивался не только на количественных характеристиках, но и, может быть, каких-то дополнительных сведениях, которые также влияют на ход решения задачи. Вот из мелочей складывается вот это решение, и когда мы смотрим и на другие задачи, вот прям подчеркивать ключевые слова, может быть, выписывать. И еще раз уж начал говорить, я бы не экономил времени на решение и записи решения задачи даже в первой части. Дело в том, что запись хотя бы ключевых каких-то элементов решения первой части позволяет потом увереннее проверять то, что ты решил. Потому что пока ты дойдешь до конца, а потом приходишь к тому, что надо проверять решение, уже забывается, а как ты рассуждал. И вот эти некоторые реперные точки вот в решении, если правильно они там расставлены, ну, прям в бланке экзаменационного варианта, например, они тебя наводят на мысль о том, что «О, да, я здесь вот все правильно сделал, значит, правильно записал ответ». То есть вот прям не стесняться расписывать некоторые хотя бы элементы решения. Спасибо. У нас прям очень много вопросов задают. Попытаемся еще успеть ответить на несколько. Алекс Воропаев, будут ли новые типы заданий 34 в ЕГЭ по химии уже непосредственно на экзамене? И часто ли будут встречаться комплексные задачи 34?
С точки зрения новизны я постарался уже разъяснить, что те модели заданий, которые появлялись за последние 3-4 года, собственно говоря, они и будут представлены в градационном варианте. С точки зрения формул новых, их нет и не будет, по которым осуществляются расчеты. С точки зрения комплексных соединений, то за последнее время редко встречались, но я бы не исключал возможность, что в качестве продукта реакции могут фигурировать комплексные соединения. А с точки зрения того, на что обратить внимание, наверное, еще раз повторюсь, это все-таки просмотреть то, как протекают реакции разложения, в том числе, например, под действием электрического тока или, может быть, веществ, которые, скажем так, не очень часто фигурируют в качестве типичных веществ, вступающих в реакцию разложения. Дмитрий Юрьевич, пришел вопрос по вашему сборнику. Зададим. Илья Зимин спрашивает. Решали сборник Добротина, 29-е задание. Надо было написать реакцию брома со щелочью, но не было указано, какая щелочь, горячая или холодная. Что в таком случае нам нужно было делать? А надо было посмотреть на условия задания. И с учетом того, что с учетом тех, как я это называю, фильтры, то есть ограничители, которые определяют, какое уравнение надо составить, и надо было записывать продукты. В данном случае какой-либо, опять же, фильтр, да, вот этот ограничитель поставить достаточно сложно, потому что, по сути, и в том, и в другом случае образуются две соли и вода. Но иногда в заданиях встречается, например, количество принятых или отданных электронов окислителем и восстановителем. Вот если фильтр, который был заложен, был таким, то тогда, конечно, надо исходить из того, сколько было принято или отдано электронов окислителем и восстановителем. То есть очень внимательно относиться к тем формулировкам, которые приведены в условии задания. А так, если этого нет, значит, записываешь то уравнение реакции, которое тебе более знакомо. Ни в коем случае не два варианта. Да? Не рекомендую писать два, потому что эксперт, Анастасия Юрьевна подтвердит, оценивает только первую запись. То есть эксперт не выступает в роли человека, который выбирает, это получше, я вот это оценю. Нет, он оценивает первое уравнение реакции, которое записано, поэтому здесь и надо записывать именно первое. Там, кстати, в условии так и сказано, запишите только одно уравнение реакции. Значит, ошибки там не было. И не могло быть, честно говоря. Мария Ермакова спрашивает, нужно в 29-м задании нужно концентрацию кислоты указывать? Нет, наверное, не нужно. Там по продуктам будет понятно, какая кислота, если это кислота. То есть по продуктам понятно. Я бы вот даже не стал бы, потому что напишешь концентрированно, а запишешь в качестве продукта там оксид азота 2, и это будет противоречие в записи уравнения и в условиях проведения. И это основание для снижения невыставления баллов. Поэтому вот не просят, не пиши. Салим Зарифуллин спрашивает, можно ли в ОВР, окислительно-восстановительных реакциях, да, правильно я понимаю, в выявлении окислителя и восстановителя не писать коэффициенты? Можно ли в ОВР в выявлении окислителя и восстановителя не писать коэффициенты? Когда записывают окислитель и восстановитель, если его выписывают отдельно, конечно, не обязательно писать коэффициент. Мы указываем вещество, кто окислитель, кто восстановитель. Я бы добавил к этому, обратил бы внимание на запись баланса. Вот там у нас могут фигурировать коэффициенты. И в этом случае принципиальным моментом является, чтобы количество атомов, вступивших в реакцию, равнялось количеству атомов, прописанных в качестве продукта реакции. Условно говоря, если записано там 2 хлор минус, то и с правой стороны после стрелочки должна стоять, например, молекула хлора, да, хлор 2, например, зарядом 0. Вот. Или можно записать и 2 хлор зарядом 0. То есть вот эта двойка тогда должна быть и в левой, и в правой части, но все равно должна быть существующая частица. То есть нельзя записать хлор 2 с зарядом минус. То есть это не существующая частица, поэтому за такую запись эксперт снимет балл. Спасибо. Задам последний вопрос, и время у нас, к сожалению, заканчивается. Илья Зимин спрашивает. Не Илья Зимин спрашивает. Потерял.
Потерял. Вот, Владимир Терновой спрашивает, достаточно ли выучить переходы элементов в окислительно-восстановительных реакциях, чтобы написать хорошо большую часть неорганики? Нет, недостаточно. У нас в экзаменационном варианте проверяется три основных вида взаимодействия. Кислотно-основные, окислительно-восстановительные и даже комплексообразование. Поэтому если сосредоточить внимание только на окислительно-восстановительных реакциях, то получается, что еще два направления взаимодействия, вида взаимодействия, останутся неохваченными. А среди кислотно-основного взаимодействия, в общем-то, тоже встречаются непростые взаимодействия. Это и тот же гидролиз, и некоторые реакции ионного обмена. Да? И, например, говоря про гидролиз, и совместный гидролиз есть. То есть это все то, что, скажем так, вызывает дополнительные сложности. Поэтому нет необходимости вот прям сосредотачивать внимание на окислительно-восстановительных реакциях. И мне и не очень понятна такая направленность мышления, потому что исходить надо не из видов взаимодействия, на чем-то зацикливаться, а исходить надо именно из вот многообразия реакций. И, кстати, вот в той же, например, 31-й задаче, там встречаются разные типы взаимодействия. Поэтому если вот хочется поотрабатывать составление различных видов реакций, я бы, наверное, вот потренировался бы в решении как раз вот 31-й задачи, где по разным разделам неорганической химии есть взаимодействие. Ну, а вообще стоит повторить весь курс химии, чтобы удачно сдать ЕГЭ по этому предмету. Ну что ж, к сожалению, наш час подходит к концу. Я еще раз представляю гостей нашей студии. У нас сегодня был руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по химии, кандидат педагогических наук Дмитрий Юрьевич Добротин, учитель химии Анастасия Юрьевна Симонова и выпускницы, которые, мы уверены, сдадут ЕГЭ по химии на 100 баллов, Полехина Елена и Ялина Валерия. Дорогие друзья, вам шанс выпал пожелать нашим выпускникам что-то перед сдачей ЕГЭ. Дмитрий Юрьевич, с вас начнем. Искренне желаю спокойствия и уверенности в собственных силах. На мой взгляд, это принципиальный момент, который определяет успешность сдачи экзамена. Я не буду говорить про то, что необходимо отдыхать, потому что действительно выход на экзамен в удрученном состоянии, в утомленном состоянии, в пессимистичном и неуверенном состоянии тоже будет влиять на успешность выполнения заданий экзаменационной работы. И второе пожелание – получив экзаменационный вариант, не пытаться вспоминать, было такое задание или не было. Я уверен, что вашего багажа знаний максимально хватит для того, чтобы справиться практически с любым заданием. А значит, надо не вспоминать, а размышлять. Это ключевой путь к успешному выполнению заданий экзаменационного варианта. Успехов, удачи и хорошего настроения. Спасибо. Анастасия Юрьевна, что скажете вы? Ну, в дополнение хочу сказать, что надо быть уверенным в своих силах, идти к поставленной цели четко и добиться хороших результатов. Здоровья, удачи. Все. Девушки, пожелайте своим сверстникам что-нибудь на прощание. Ну, я пожелаю никогда не сдаваться, идти до конца, быть уверенным в своих силах. Мы все сдадим. Обязательно. Валерия? Я хочу пожелать не относиться к своим ошибкам только негативно, а использовать их для того, чтобы расти и улучшать свои знания. Большое спасибо. Мы уверены, что все выпускники этого года прекрасно сдадут единый государственный экзамен, и когда в следующем году мы будем опрашивать их по каким-то школьным вопросам, они правильно ответят на все из них. Я прощаюсь с нашими зрителями до завтра. Завтра вас ждут эфиры по математике и истории. Присоединяйтесь к нам, задавайте вопросы, если они вдруг у вас есть. Мы с экспертами, которые завтра придут к нам в гости, будем отвечать на них в прямом эфире. Те же, кто не смог посмотреть нас в прямом эфире, могут обратиться к страницам Рособрнадзора в социальных сетях, где мы представлены, все ссылочки на главной странице нашего официального сайта, и посмотреть все эфиры по тем предметам, которые их интересуют. Но если останутся вопросы, всегда можно задать их в комментариях, мы будем стараться на них отвечать.
На этом наш эфир сегодняшний закончен. Спасибо за внимание. Ждем вас завтра.